И папы сидят и говорят, о, мы несем духовность. Да как черт духовность, если у них, как говорится, деньги забиты все и вся, если они разряд на Мерседесы и так далее и тому подобное, дворцы все строят. Это не духовность таким образом несут? Я понимаю, а что тут был такой-то, да? Но это все из них. Извините, церковь говорит, что она несет духовность, а на чем церковь заработала миллиарды свои? На чем? Получив лицензию на беспошлинную продажу алкоголя и табака. А извините, с вас тоже самое церковь. Что такое табак и что такое алкоголь? Это зелье дьявола. И получается, церковь, несмотря на то, что сами говорят, что это дьявольское, я не говорю, что правильно, неправильно, но как это позиция, говорят, что дьявола на этом зарабатывает себе деньги. И мы знаем, это церковь, духовность несущая. Это духовный лидер, которые заявляют, это надо, это тоже вопрос большой, но тоже духовность имеет и медитация. Там тоже медитация, когда человек молится, та же самая медитация. Такой вопрос, куда в церквях собирается потенциал? Если вот кого-то может видеть, показать это, человек увидит, что этот потенциал, собирающий от миллионов людей, идет для того, чтобы тех же самых людей превращать в стадо баранов, манипулировать и управлять ими, чтобы творить то безнаказанное, которое сейчас мы все возмущаемся, да? Вот смотрите, что творят. А почему? Потому что забирают потенциал, потом нас превращают же в баранов, которым управляют.